Всем привет, с вами канал Артмания. И дошло дело до моего стола. Сегодня его забирают, продаю я его, потому что у нас сюда не умещается наше кресло. Прям вот чуть-чуть, вот сантиметра два прям вот не хватает. Уж и задвинули его туда к батарее, уже вплотную. Уже все, вон дальше уже просто некуда. Все, там сантиметр при том остался, а вот здесь не хватает 2 сантиметра. То есть еще сантиметр прям в тютельку. Ну и решили продать, потому что я хочу стол немножечко побольше. Я хочу, чтобы он и сюда тоже выходил. Чтобы вот здесь компьютер, например, здесь что-то делаешь. Хоп, сюда повернулся, тут что-то делаешь. То есть, ну, у меня в детстве всегда был такой. Я привыкла, это удобно. Вот, у нас 8 утра. Сказали, 8 утра придут. Мы проснулись, оба с Димой сонными. Сонные, да? Да, вот тут. Дима у нас побаливает немножко. Да. Зря я, конечно, на утро договорилась, надо было все-таки на вечер. Но я подумала, может быть, уже наконец заберут, потому что нам уезжать уже скоро. Они там уже дня 3 подряд не могли никак доехать до нас и забрать. То это мешает, там, то третье, то пятое, десятое. Но ну, если людям удобно с утра, ну, пускай они с утра уже приедут и заберут. Должны разобрать, сказали, разберут. Потому что он просто такой гигантский. Он просто здесь не поместится. Его отсюда вот вытащишь, а дальше вот тут вот зеркало, то есть отойти вот просто некуда. Поэтому я попросила, чтобы его разобрали по досочкам, потому что у нас ремонт. Ну и просто, допустим, они будут вытаскивать, допустим, поставить его где-нибудь на пол, и останется след, потому что у нас там подложка, и следы остаются. Короче, не очень удобно получилось. Потом покажу вам. Так, ну все, стол у нас забрали, продавала его за 900 рублей, но они заранее приготовили в кармашке 800 рублей. Смотрели такие, ой-ой-ой-ой-ой, такие, а здесь чего? Ой, я увидел, да-да-да, смотри-смотри, ой-ой-ой-ой, не знаю. Я такая думаю, ну ладно, мы скинули, ну что ж теперь. Ну там действительно было, я не сразу заметила, сбоку чуть-чуть ободранное, он же переезд еще пережил. Его потом свекр собирал, и потом я еще увидела, что он его собрал неправильно чуть-чуть. Поэтому у меня ходуном ходило. Я думаю, как же он, думаю, переезд пережил. Сейчас мы с вами будем смотреть, как его будут выносить. Он же у меня видели угловой. Я даже не знаю, я все думала, на какой машине надо приехать, чтобы впихнуть угловой стол. Ну, слава богу, они начали его разбирать сначала, потом деньги отдали. А то я уже стою, трясусь, думаю, наверное, думаю, забудут сейчас, типа, ой, забыли, давай на карту. Как я помню, коляску продавал за 9000. Они такие, коляску взяли, пошли. Ну, мы на карту кинем попозже. Я говорю, подождите, говорю. Какую карту? Говорю, у меня нет карты. Как нет? А что, нету, да? Ой, наличка надо снимать. Я помню, была вообще в таком шоке. Взяли коляску и пошли уже, все. Ну, мы потом кинем на карту. Потом кинем на карту. Я после этого подумала, нет, больше никогда в жизни, чтобы мне на карту кидали потом. Или там при вас, или сейчас. Нет, лучше наличкой, правда. Потом эти денежки, эти 800 рублей, я не знаю пока, куда их положу. Куда-нибудь, наверное, на сохранение, да? Наверное, вот это, может, синяя машина ихняя? Вроде я в первый раз здесь вижу. Нет. Нет? Ты думаешь, какая-то другая? Да, думаю, вот это классно. Вон та красная? Да. Нет, у них вот эта машина вверх есть. Наверх положат. Ну, кстати, мужчина так хорошо одетый, женщина, девушка тоже так хорошо одетая, так все по виду. Но ведь ты не скажешь, что они бэушные вещи покупают и несут домой. Не поместится на машину. Они вот туда, они внутрь, они положат и все внутрь. Внутрь, думаешь? Да. Выше. Кто? А, синяя машина ихняя. Им повезло. Что тут место свободное вон есть. Вон туда стол положат. Туда, сейчас они его будут пихать. Вот. Ну, так обычно думаешь. Ну, если просто, допустим, они снимают. А, вытряхнуть тут надо, как же. Где же еще? Около нашего дома надо это сделать. Просто если, допустим, квартиру снимают, то, мне кажется, не будут покупать такой угловой большой стол. Купят обычненький, стандартненький. Вот. А если... своя квартира, ну что смысл покупать БУ-то? Я бы заказала под заказ. Ну, не знаю, разные люди, конечно, бывают разные.
Опять девушка, главное, так в платье, смотрите, в платье и колготки одета, блин. На улице жара, духота, по-моему, даже, мне кажется. А у нее колготки даже еще одеты. Это наш, это? Наш стол, да. Пока-пока, стол. Служи им долго-долго-долго. Мне он послужил года... Так, да, Дима, я ищу его. Диме уже 4, 5, 6, 7. Лет 7, наверное, да. Делали его под заказ мне. Не помещается. Не помещается, видишь? Ну, в любом случае, деньги они уже заплатили. Поэтому уже, как уж они его там дальше повезут, это уже поместить. Не наша проблема, да? Да. Ну, то ж, у меня размеры были все прописаны на Авито. Вот. Я надеялась, что он померяет все. Пролазит, не пролазит. Как? Ну, мужчина же, да? Он пришел такой, ой, а я не знаю, поместится или нет. То есть еще, ну, раннее утро, да? А еще один стол понес. А думал, сейчас досочки теперь принесу. А думал, один дядя думал, будет вот там, будет стол вот там. Отделять. Тряпочка еще. Тряпочки по бокам подложит. А это вот у нас уже уехал стол. А это видишь? И все. Теперь у нас осталось дождаться. Стол привезут новый, полку в шкаф. Там полка не достает нам. И еще одна штучка. И, по-моему, все. Будет сделан полностью ремонт, вся мебель квартире, и потом я вам покажу полностью обзор своей квартиры, своего ремонта, стенки. Еще там немножечко мне осталось доубраться, прям чуть-чуть доуберусь, и все, и будет у нас наконец-то красота, чистота, и будем с вами жить, поживать и добра наживать. Все, он что ли положил? Вот. Но мне не нравится то, что стол он шатался немножко, поэтому, ну, вот, видимо, он был собран неправильно, оказывается. Но все равно у нас кресло не вмещалось, поэтому мне не настолько его, честно, жалко. Он хороший стол был. Я думаю, следующий приедет, будет лучше. Он должен уже приехать вот-вот-вот-вот. Ближайшие недели. А, все уже погрузили? Да. Погрузили. Все, пока-пока, стол. Счастливой жизни. Теперь он будет служить верой и правдой в другой семье уже. В новой семье. Надеюсь, все хорошо будет там у него. И мне жалко тебе стол. Жалко тебе? Ну, ты, надеюсь, плакать-то не будешь? Как у нас, когда посудомоечную машинку забирали, погрузили ее, просто поставили в огроменный грузовик, даже без коробки, и повезли. Как Дима расплакался прям вообще. Такие были слезы крокодилья. Да? Но уже скоро конец месяца, ее никак не привезли нам. Я уже туда звонила, сказали, что все еще ремонтируют. Видимо, какая-то деталь сломалась, ее, наверное, ждут. Заказали и ждут. Либо, может, такая большая очередь, она стоит в очереди. Хотя не знаю, как она доехала в таком огромном грузовике. Мне кажется, она просто побилась вся. И все. Не знаю, что дальше будет. Пойдемте посмотрим сейчас с вами. Вот, смотрите, какой, слушайте, прям угол такой здоровенный стал. Такой клевый, классный. Сейчас мы сюда пылесос пустим. И все. Да.